Здравствуйте, уважаемые любители искусства, с вами Лавров Владислав. Сегодня у нас тема примитивисты 20 века. Почему 20 века? Их раньше не было? Конечно, были, но были они безымянные, и никто про них особенно и не знал, и не интересовался их творчеством. Примитивизм вышел из подражания профессионалам, теми художниками-любителями, которые не могли не заниматься этим творчеством. Однако они привносили в свои произведения такие достоинства, которые были возможны только у них, не владевших профессиональными приемами. Это была непосредственность восприятия окружающего мира, детскость, которая зачаровывала зрителя именно отличием от высокого профессионального академического искусства, которая к тому времени уже испытывала кризис. К этому времени примитивисты занимают то место в искусстве, которое раньше, наверное, занимали производители фольклора. Любители, не претендующие на личное признание, творящие ради любви к искусству. Но возникает в начале века и другой тренд в искусстве. Профессиональные художники обращаются к приему примитивизма для своих целей. Так, Ларионов и Гончарова, испытывая общий интерес к иконописи, к лупку, к народному творчеству, перенимают этот метод, обретая возможность говорить как так же ясно и просто, как безымянные народные художники. Поэтому можно сказать, что не всякий художник примитивист, даже если он использует некоторые приемы этого стиля. А вот вопрос, всякий ли неумелый художник, подражающий профессионалам, будет считаться примитивистом. Наверное, формально да, но для того, чтобы быть действительно художником, нужно привлекать постороннее внимание, притягивать взгляды к своим работам. И что для этого надо, мы поговорим. Прежний слайд – это был лубок, как мыши кота хранили, народный лубок, очень популярный в народе и среди художников. А эта картина Михаила Ларионова, исполненная в начале войны, вот солдат в такой изысканной позе, странной, и на стене его творчество, вероятно. Вот это примитивное народное творчество. Я бы выделил следующие признаки примитивизма. Во-первых, неожиданный и нетривиальный взгляд на привычные вещи. Если говорить о творчестве, то это интерпретация иногда известных работ, но неожиданная, интересная интерпретация. Во-вторых, сильная энергетика работ. Энергетика, конечно, в кавычках, то есть сильное эмоциональное воздействие, достигнутое иногда использованием открытых цветов, ярких, сочных красок, неожиданных тем. В-третьих, это даже не столько в стиле, сколько в стиле жизни художника. Неразрывность связи судьбы его и его творчества. Также мистериальность творчества. Каждый художник-любитель верит, что своим творчеством он практически меняет мир к лучшему. Также подражательность работ, но которая потихоньку из творчества уходит любого из художников. Как культурное явление, примитивизм находится под постоянным влиянием и массовой культуры, и академической культуры. И вообще это явление не очень стабильно, оно всегда штучное. Это всегда авторское творчество, в отличие от фольклора. Но автор почти всегда ведь дилетант, и значит, он нестабилен в творческом процессе. Он плохо ориентируется в профессии, в рыночных отношениях, а значит, зависит от множества случайных факторов, и его известность зависит от случайных факторов. Все это делает
художника ранимым, интересным, непосредственным, а жизнь каждого из них достойна внимания и восхищения. Анри Руссо, французский художник, товарищ некоторых импрессионистов, первый действительно известный примитивист, который не был профессионалом совсем, работал налоговым инспектором в таможне. Ему поручали самую простейшую работу. И по выходе в отставку он занялся живописью. Его работы характерны следующими признаками. Во-первых, они наполнены его бурной фантазией. Они монументальны. Они удивительно сделаны с таким пафосом и с претензией на значительность. В частности, эта работа, где он себя нарисовал на фоне военного корабля, работа придумывания нового стиля, нового жанра, если может быть, даже в живописи. Он изменял эту картину постоянно. С течением лет, когда он замечал у себя седые волосы, он и на картине подрисовывал седые волосы. Он ее менял. Да, такая была динамическая картина. Так он иллюстрировал ботанический атлас, изображая Африку, изображая тропики. Какое буйство зеленого цвета. Он там никогда не был в Африке. Все это его фантазия. Эти простые зверюшки, которые кушают друг друга. Огромные растения, совершенно фантастические переплетения линий, соединения цветов. На его картинах найдено 70 оттенков зеленого. Исключительное такое исследовательское достижение художника. Его творчество не всегда находило поддержку даже среди так называемых товарищей по искусству. Некоторые картины, которые он дарил художникам-импрессионистам, те использовали в качестве помогательных материалов, не ценили его. Только уже посмертно первые выставки принесли ему известность. Глядя на эту картину, можно сказать, что примитивизм – это некоторое отсутствие смелости в изображении поверхности пространства, некое отсутствие динамики в изображении движущихся фигур. Вот посмотрите, собачка движется хорошо, бежит, а люди все-таки стоят. Им не хватает движения, динамики. И чрезмерная проработка деталей, конечно. Очень тщательная во всех позициях. На картине справа изображены супруги Аполлинер, которых он рисовал крайне тщательно с линейкой. Измерял их объем, рост, переносил все на картину. Гийом Аполлинер очень неплохо к нему относился. Известная картина «Люксембургский сад», она обладает такой удивительной статичностью. То есть люди не идут, а все стоят. Они стоят как памятники, как деревья. Такой завораживающий ритм образуя между деревьями, между фигурами. Работы Руссо чрезвычайно живописны. Вот посмотрите, как на этой работе черный работает с голубым цветом, с беленьким. Он не проваливается, а создает какой-то удивительный контраст цветовой. Обращает на себя внимание тщательность проработки деталей. Вот желание быть скорее как академический художник, чем нежели как импрессионист или постимпрессионист. То есть очень большое старание видно в каждом элементе картины. Разговор о примитивизме был бы не полон без имени Нико Перасмани,
грузинский художник, конечно, внес в этот стиль громадный вклад. И удивительно, что он был оценен при жизни еще, да, что бывает крайне редко. Надо начать с того, что он художественного образования не получил, но общался со многими странствующими художниками. Потом встретил братьев Заневичей, которые приехали в Тбилиси и нашли его работу, увидели и начали представлять его Российскую империю. Хотя современники, земляки Перасмани считали его психически нездоровым человеком, неадекватным. Хотя вот они видели же его работы. Вот в частности, этот жираф — совершеннейший эталон любви и нежности. И вот его взгляд, его глаза человеческие такие, они не могли оказать должного воздействия на современников. Должны же были, верно? У зрителей, смотрящих на эти картины, возникает вопрос, а почему они так светятся, эти краски, почему так воздействует на нас эта живопись? Чисто технически все не очень сложно. Клеенка, на которой рисовал Перасмани, он ее покрывал черной краской. После этого любое наложение светлых давало вот это вот необычное свечение. Но, конечно, еще и магия самого восприятия жизни художником. Удивительная ясность в понимании образов, которые он делал. Удивительные нежные женские образы, непосредственно воспринимаемые художником. Посмотрите, как даже символично на правой картине воспринимаются эти срубленные деревья. Как опасение того, что и судьба человека может быть также погублена, и человек может быть также уничтожен. Птицы, летящие, как бы обнимающие эту милую даму. То, что имя Перасмани вышло за пределы Грузии, о нем узнали и в Москве, и в столице, в общем-то, никак не повлияло на его судьбу, на его жизнь. Он также продолжал нуждаться. Его подкосило, сухой закон подкосил, который был введен с началом войны Первой мировой. И он все чаще возвращался мыслями в детство, непосредственность проживания каких-то вот бытовых обычных сцен. Но это удавалось удивительно красиво. Вот посмотрите, как на черном появляются травки желто-зеленые, как вспыхивает виноград в руке у женщины или на дереве. Традиционная для Грузии сцена застолья, которая так притягательна была и для художника. Посмотрите, как Грузия здесь помещается на одной работе. И люди, и горы, и удивительные богатства, яства. И какое-то достоинство людей, которые сидят за этим общим столом. Долгие годы Перасмани жил тем, что рисовал вывески для каких-то духанов, магазинчиков, таверин в Тбилиси, в старом Тбилиси. И вот образец такой вывески, где как бы предлагаются товары, но они все живые. Ягненок этот, который, наверное, тоже живой. И даже
пирожки, которые живут какой-то своей отдельной, удивительно интересной жизнью. Жил художник небогато, рано умер от испанки, которая тогда свирепствовала в Европе. Но вот удивительно, что на его работах виден человек, который не озлобился на людей, не проклинал свою судьбу, а как раз рассказывал о своей жизни как о какой-то удивительной сказке, о неожиданных свечениях, о неожиданных красках этой жизни. Хорватский художник Иван Генералич родился в 1914 году в хорватской деревушке, которая вот здесь изображена. В юности работал в боулинге, рисовать учился на обрывках бумаги. Потом женитьба, служба в армии. Член общества хорватских художников 1945 года. Первая персональная выставка прошла в 1958 году в Брюсселе. Вот на этой картине он изображает себя в окружении объектов своего творчества. И петухи, и плавают уточки, и просто шикарные все зверюшки, разноцветные, веселые, немножко статичные, правда. Все изображаемые персонажи с легким оттенком иронии, юмора. Некоторые его картины, наполненные светом, напоминают такой раскрашенный лубок. Обратите внимание на то, как сделан костер. Костер — это такой экзотический цветок, тропический. И над ним жарится курица, как какое-то удивительное таинство, волшебное. Изображены, видимо, цыгане. В первой половине 80-х в Русский музей приезжала огромная выставка югославских примитивистов. Какое они произвели колоссальное тогда впечатление именно своей яркостью, сочностью образов, метафоричностью. Два месяца художник жил и работал в Париже, ходил по музеям, знакомился с лучшими музеями Парижа, Эйфелевой башни, вот он ее нарисовал. Вот такая вот удивительная колоритная картина соединения своей родины и культурной столицы Европы. Не все работы Генералича наполнены светом, радостью и ожиданием счастья. Некоторые весьма таят какие-то угрозы, страхи. Вот и крестьянка идет по страшному лесу, ожидая явно какую-то напасть от него. Картины художника наполнены знакомыми ему персонажами. Это соседи, родственники. Вот они все движутся в таком ритме, на этой картине рабочем ритме. И вся природа им вторит. Смотрите, как изогнут мужчина, колющий дрова, и синхронно ему согнутый забор. И также согнута вдалеке работающая женщина. И еще картины Генералича удивительно декоративны. Посмотрите, какой узор образуют виноград, листья винограда, его плоды, как ковер тканый. Французский живописец Андре Бошан удивительным тем, что считал себя историческим масштабным живописцем и был таковым на самом деле.
сын садовника, окончив только приходскую школу, работал с цветами. Разъезжал по центральной Франции. Землемером в Первую мировую войну работал. А в 15 году попал в Грецию, где встретился с удивительными архитектурными и ландшафтными чудесами. И вот архитектурные, археологические памятники Греции связали его вплотную с греческой мифологией, с историей легендарной этого края. Масштабная солнечная страна, наполненная чудесными мифами, героикой. Все его работы – холсты огромного масштаба, чрезвычайной степени проработанности, где человек очень хорошо чувствует себя в этом ландшафте, в этой природе. Посмотрите, как человечки сидят на берегу моря, рядом с горами, рядом с маяком, там где-то маяк существует вдалеке. В то же время понятно, что это художник самоучка, именно вот использование цвета, такая тщательная проработка формы, попытка достичь академического стиля. Как и многие примитивисты, Бошан здорово изображал цветы. Вот это их жизнь, существующие цветов, которые тянутся в небо, которые взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с ландшафтом. Удивительные разные зеленые тона, которые сочетаются и тоже шевелятся, двигаются. Вот это удивительный эффект, достигаемый в большей степени художественными примитивистами. Исторические и героические сюжеты создавал Анри Бошан, вот учредители Соединенных Штатов. Гражданская война, освобождение и прочее. Вот люди держат в руках разного рода манифесты. И позы их величественные, позы их, конечно, немножко принужденные, но тем не менее они образуют некий торжественный ряд, торжественный ритм своими позами, своими фигурами и то, как эти фигуры вписаны в ландшафт, в деревья. Французская художница Луиза Серафин из Сен-Лиса. Очень простая женщина, служанка-подъемщица, ни дня не проучившаяся в школе. По счастливой случайности коллекционер, попавший в это местечко, заметил ее работы в местной лавочке, нашел ее и начал помогать ей материально. Сама она работала по ночам, в свободное время. Ходила часто на службу, была экзальтированной католичкой. Поэтому все ее работы – это метафорическая молитва. На каждой картине присутствие Бога, присутствие Творца этой необыкновенной красоты. Настоящий живой мир страшил Луизу, и она создавала свой мир. Настоящий мир, созданный любовью. Ее живописание – это есть акт любви к этому миру. Каждая из этих картин – это не просто вышивание, тонкое вышивание какого-то вещества. Это еще и живое чувство женщин. Еще один французский художник Луи Вивьен, который работал агентом по перевозке почтовых грузов, смотрел на мир из вагона поезда и начал вдруг заниматься живописью. Принял участие в первой выставке почтовых работников в конце XIX века,
А с 22 года, 1922 года, стал делать работы и продавать их прямо на Монмартре. Вот посмотрите его работа с цветами, какая гармоничная, нежная и, в общем-то, достаточно хорошо выполненная, профессионально выполненная работа. А вот работы пейзажные отличаются большим своеобразием. Такое впечатление, что очень тщательная перерисовка фотографии происходит. При этом масштабность, сумасштабность сооружений, ландшафта и людей явно нарушена. То есть люди имеют такой подчиненный характер. Они очень мелкие и странно подобны друг другу. Да, движутся в каком-то одном ритме. Они находятся в очень похожих позах. Интересно, что художник не терпел критики, относился крайне ревностно к своим работам, и работы создавал в таком несколько конторском стиле, то есть без энтузиазма, без сильной энергетики, которую мы упоминали в начале нашей беседы. Но тем не менее, работы носят определенный совершенно колорит этого потустороннего такого взгляда, немножко свысока, немножко изучающего взгляда. При этом город предстает скорее таким оставленным людьми и очень витринным. Камиль Бомбуа, вот мы видим его на автопортрете. Человек, который рисовал в самом Париже, в Монмартре, сценки цирковые, ландшафты. Интересно, что любой, почти всякий примитивист старается быть реалистом, старается правильно отразить видимое глазом явление. Вот мы сейчас посмотрим, как он это делает. На глади реки отражаются деревья, отражается мост, домики. И мы видим, какое старание художник прилагает для того, чтобы это отражение было максимально правильным и интересным. Но оно как раз становится скорее оригинальным, чем правильным. Оно не поражает нас изысканностью, оно поражает нас скорее старанием и тем, что получается. Как и почти все примитивисты, Бомбуа берет яркие, сочные, открытые цвета. Вот обратите внимание, как сидит дама в красном платье на темно-зеленой траве. Как она выделяется, как она сочно смотрится. Как черные одежды на этой же траве на белой телесности так очень смотрится весьма зазывно и интересно. Желтые тапочки тоже сверкают просто. И при этом сюжет придумывается по ходу. То, что собачки играют, тянут кусок платья, то, что женщины сидят, разговаривают на этой траве, сушится белье такими пятнами цветными, разбросанное по плоскости. Все это жизнь цирка, повседневная жизнь. Сцена перед выходом на арену. Каждый персонаж этой картины просто символическое представление типического такого персонажа. Обезьянка, клоун, девушка на коне будет горцевать. И все предметы тоже образуют несколько рядов. Да, как бы ряд, вложенный в картину, образующий некие ритмы и глубину картины. Солнечный день и зелень, разнообразнейшая зелень.
Интересно, что зеленый здесь на первом плане и зеленый там на дальнем плане, они очень близки друг к другу. То есть таким образом художник достигает, может быть, сам того не желая, некой плоскости. Он не отодвигает, не устраивает иллюзию глубокого пространства, а делает все вот здесь доступно нам, смотрящим на эту картину. Американская художница Анна Мозес, которую все называли бабушка Мозес, достигла такой популярности необыкновенной к концу своей жизни, который бы, наверное, позавидовал даже Энди Уорхол, который очень хотел этой популярности, а вот она ее не очень хотела. Даже однажды в 60-м году один день был назван в ее честь Днем бабушки Мозес в Америке. К ней приезжал президент Соединенных Штатов. И вообще ее живопись покорила Америку. Почему? Давайте посмотрим несколько ее работ и найдем эту изюминку. Ее работа это почти всегда ландшафт, пейзаж, наполненный разными персонажами, ведущими вполне обычный образ жизни. Но это тот образ жизни, который ушел из Америки во второй половине 20 века. Это такая мечта. Мечта Средней Америки жить спокойной, гармоничной жизнью. Ни биржи, ни демонстрации, ни политика, ни большие производства, а именно спокойная жизнь на природе. И вот бабушка Мозес, достигнув 76 лет, начала заниматься живописью, прожив всю жизнь на ферме, нигде практически не бывая, не получив никакого образования. Она начала рисовать и создала вот эту американскую грезу, в которую так хочется верить. Она предпочитала рисовать зимние виды. Наверное, потому что времени было больше зимой свободного. Посмотрите, как зеленые ведра здесь работают. Они практически скачут по всей картине. Позы людей это достаточно одинаковые, ну не очень отличаются, не очень динамичные. А вот какие-то отдельные детали, которые часто повторяются и как бы какие-то дорожки отчерчивают. Да, вот эти зеленые ведра, везде гуляющие по всей земле. Какое удивительно нежное небо, которое просто растворяется через деревья голые. Общем, вот военный всадник на центральной части картины удивительно гармоничен. Он его динамика естественна. И как собачка кидается на экипаж, тоже вполне здорово. То есть нельзя сказать, чтобы это была такая детское неумение изображать динамические фигуры. Нет, как раз все достойно. Катерина Белокур, украинская художница, самородок, жила всю жизнь практически в селе Богдановка под Киевом, в семье крестьян, никакого образования не получила. И удивительно, мне как рано проснулась любовь к искусству, к творчеству. Она рисовала избы своих односельчан. Родители запрещали это делать. Думали, что она будет жить обычной крестьянской жизнью. Девушка однажды пыталась совершить акт суицида, пыталась утопиться и тяжело заболела. И вот это, наверное, родителям сообщило о том, что надо бережнее относиться к ребенку. В 1920 году она поехала поступать в художественное училище в Киев, в Миргород, но ее не приняли, у нее не было никакого аттестата, никакого образования. Художница
художница продолжала заниматься своим творчеством, и известность к ней пришла уже после войны, когда музей Киевский народного декоративного искусства начал приобретать ее работы. Работы удивительные, наполненные таким светом, оптимизмом, как будто бы человек всегда счастлив, всегда рад вот этому дару, удивительному дару природы. Нежные цветы, нежные растения, фрукты, с такой трогательностью исполнены, расположены на удивительных тонких фонах, как все равно на картинах старых голландцев. Художница говорила, что ее учителем была природа. И действительно, как тонко она слышит все изменения фактуры, все изменения формы. Удивительная тонкость и нежность. Существует в ее родном селе сейчас музей, усадьба, созданная ее племянником. Своих детей у нее не было, и вообще личная жизнь ее не сложилась. Украинский и польский художник Никифор Криницкий. Его творчество интересно тем, что оно пограничное. Это и одновременно и художник-примитивист, и аутсайдер, человек, принадлежащий к особым художникам. Его мать была глухонемая, и сам он не был развит в этом смысле. То есть он был косноязычен. Тяга к живописи проявилась совершенно неожиданно. Он не получил никакого образования. Его замечали, конечно, люди, которые интересовались искусством, но это никак не повлияло на образ его жизни и на его творчество. Образ жизни – это бродяга, уличный художник, художник, искренне верующий в чудо. Вот видите, какие он рисовал иконы. Это Ной, спасающийся после потопа. Человек неприкаянный, который работал за, раздавал свои работы за кусочек хлеба, за кринку молока. После войны в 1947 году он был депортирован в Польшу далеко от своего дома и вернулся домой пешком, пройдя через полстраны. Заболел. Вот эта картина иллюстрирует, как он жил в больнице, в приюте, лечащий от туберкулеза. Интеллигенция интересовалась его творчеством, заметили его, начали собирать его работы. Более того, существует музей в настоящее время в Криницах его творчества. Вот справа это он изобразил людей, которые приезжали искусствоведы, смотрели на его картиночки. Самобытный художник Скворцов Андрей Васильевич, чьи картины находятся в коллекции нашего музея, их можно иногда посмотреть, они находятся в запасниках в основном. Художником он стал, выйдя на пенсию. До того он занимался простым плотницким мастерством. Художник прожил долгую жизнь и за свою долгую жизнь создал интересную коллекцию работ, отчасти вот таких вот, сюжетные, с придумкой, с экспериментами какими-то, да. Посмотрите, как палка разрезает все пространство художественной работы. Она просто доминирует, входя в соприкосновение с животным. Многие работы Скворцова – это иллюстрации чего-то, иллюстрации впечатлений. И как интересно он с ними работает. Например, посмотрите, пасутся коровки, овечки.
Какие они чудесные пятнышки, цветные на этом зеленом, желтом покрывале. Художников-примитивистов называют художниками семи воскресных дней. Они действительно всю свою жизнь заполняют собственным творчеством. И это некая, я бы сказал, такая в кавычках болезнь, от которой лучше не лечиться, конечно, а лучше следовать своим импульсам внутренним, рассказывать о себе и не стесняться своих ошибок и учиться у других и слышать себя. Вот что главное.